Ой, какое классное место. И там тип с копьем. Алло? Ой-ой. Конфетки я бы пособирал. Корзинка. Все началось с того, что какой-то наглый тип забрал мои конфетки, которые я так долго собирал. И именно после этого момента я понял, ради чего стоит играть. Так, ну, братишка, я знаю, где ты живешь. Ну все, братик, я иду к тебе. Хорошая попытка. Опача, у меня появилась гениальная идея. Все, в принципе, самое ценное засейвил, теперь можно сидеть ждать этого пацанчика. У него СМГшка есть. Я его ждал. Ждал и снова ждал, но он так и не вернулся. Я решил отстроиться неподалеку от него, чтобы постоянно его напрягать. Всем здорово. Скучали? А я уже соскучился по вашему активу. Я действительно стараюсь сделать для вас что-то интересное, а взамен прошу всего лишь какие-то 10к чизеров. Я думаю, этот ролик этого заслуживает. Вроде бы и небольшая цифра, наверное. Кстати говоря, добавляйтесь ко мне в ВК, Steam и так далее. Я везде всех добавляю и всем отвечаю, не забывайте об этом. А в группе ВК проходит сейчас розыгрыш. Ага, делайте репостик. Ладно, не буду долго затягивать. Вас ждет впереди очень интересное путешествие. Приятного просмотра! Ой-ой. Какой-то слишком сильный бот. Так, у них нормально так лут выпадает. Очень даже неплохо. Мне нужен камень. Ух ты. Этот дом мне нравится. Тут и печка есть, только как бы мне сломать этот шкаф? 60 хп. Нифига себе, сколько лута было. Ну это, пожалуй, теперь мой дом. Вот это я называю халява. Просто лютая халява. Странным образом в этом доме оставались какие-то ресурсы, но мне от этого хуже не стало. После отстройки дома я сразу же выдвинулся на поиски оружия, ведь оружие — это самый недостающий компонент на пути к мести. Помп это уже поинтереснее выглядит. Оп! Держи. Не, ну вот это, конечно, произведение искусства, просто шедевр. Оп. Далеко собрался, дружок. У него бур был. Гробик сюда идеально просто ложится. Оп. Это максимальная экономия места. Но мне надо идти на антирейд, а он у нас был где-то вон в той стороне. Отлично вышел по таймингу, братик. Но не переживай, сейчас я вернусь к тебе. Неужели этот берданчик опять этого пацана убил? Что за жесть происходит? А вот, походу, и калашист этот.
теперь этот калаш мой. Держи. Плюс СМГ. Я и того убил. И этого убил. Это самый изейший старт, который когда-либо у меня был. А вот и мой топовый дом. Плюс калашик, плюс помп, СМГ, плюс все. Пацанчик там еще до сих пор бегает. В антираде. Его надо забирать. По-любому у него берданка или что-то типа того есть. А мне сейчас нужно все, патроны, отхил. Вот так вот, пацан забрал у меня двушку, я забрал у него калаш. Ну и вообще все у него забрал. И пешку забрал, и все забрал. В домике, откуда выбегал калашист, я заметил подозрительное окно, в которое я сразу же захотел запрыгнуть. Не понял. Тут тип спит. В антираде. А как? Мне кажется, это ловушка какая-то. Тут все открыто. Тут все открыто. Такого не может быть, я не верю. Тут все открыто. Да выру... Ракеты. Ракеты. Тут есть все. Теперь этот дом мой. Теперь этот дом мой. Такого не может быть. Я не верю. Я просто такому не верю. Мне нужна еще дверь, замок. Нужно все выпиливать быстро. Нужно просто все выпиливать максимально быстро. Я в шоке. У меня теперь все есть. Мне ничего крафтить не надо. Вот это я запрыгнул в окно к пацанам. Вот это я запрыгнул к пацанам в окно. Ну чё, братики? Время смотреть, чё у вас по луту. Чуваки, вы издеваетесь. Вы просто издеваетесь. Такого быть не может. Неужели никто из вас не закрыл эти двери? Чё, пацаны, теперь это мой дом. Хорошо за хлебушком сходил. Ну, пацаны, вы даете. Кстати говоря, знакомьтесь, а это бывший владелец этого дома. Почему у него такое грустное лицо? Я даже и не знаю. It's your base, yes? No problem. No, it's my base. Thank you, brother. А это я. Я новый владелец этого дома. Give me one AK. No. There's three of them. Thank you very much, my friend. Вот это хозяин дома зашел, а дома-то уже нет. Ну и с этой стороны тоже можно проделать одну интересную вещь.
Мне надо было переносить утец. Я пригнал коптер, взял все самое ценное и отправился на свою огромнейшую базу. Ай! Неприятно. Блин, ну это фигово, это очень плохо. Посадил его на крышу, он разбился. Что-то у меня внезапно лута много стало. Интересно, почему? Я перенес все по максимуму с того дома и начал заниматься обустраиванием своей крепости, потому что домик у меня был не ахти. Отлично. Камушек мне сейчас очень нужно обустроить домик. И можно будет уже все перенести еще. О! Вот это сильно. Еще взрывы будут. Вон тип. Как-то у него многовато дверей. Опача. Плюс дверь. Да, вот это я, конечно, выдал сейчас. Украл дверь без смс-регистрации. Так, мне нужно изучить калаш, мне нужно экспу изучить. Это уже 1000 скрапа и поставить еще третий верстак. У меня есть 600 скрапа, плюс наплавить можно миллион всего. Наверное, хватит. Я бы хотел домик этого пацана выселить, который меня изначально убил, конфетки мои отжал. Негодяй. 4 корпуса оставлю. А это можно переработать. Как же это долго. Но зато 1500 скрапа. И все переработал. А это будет плюс еще одна стенка. Так, отлично. Тут я ставлю потолок, там я ставлю еще стенки. И нормально. На следующий день ко мне прибыло подкрепление в виде бойца Плюшки. И мы сразу же отправились искать приключения. Так, спалку отдал. Теперь мне надо будет сейчас замки везде напихать. Там ни гантраков, ничего нет? Ему в спину... Его убили! Сейчас. Берданчик в спину его убил. Он там же, за домом, слева. Я убил его, все, выходи. Сзади арбалетчик. Я убила его. Ай, меня арбалетчик положил. Его убили. Берданчик один остался. Убил. Плюс калаш. Выбегай на улицу. Убил. Я броню не лутаю. Смотри, сколько тут типов. Окей. А ты убил этого СМГшника, что ли? Да. Каким образом? С двушки подбежал, у меня один патрон был. Тип убивает арбалетчика, я убиваю, хватаю с трупа берданку, убиваю того типа. У меня было всего 16 патронов, просто повезло люто. Я с СМГ похожу. Ой, попадает. Держи, дружок. Плюс берданка. Так, а ты можешь выйти на улицу? Полутать трупы тут. Ой, тут еще труп. Фу. Я пока поприкрываю, попрыгаю тут.
Я покажу. Сюда типа идут. Еще калашист пришел. Минус. Вот калашист. Стой аккуратно. Он справа от тебя. Он справа, да. Я ему голову дал. В камнях он? Да, где-то. Бил меня. Понял. Офигеть, он стреляет. На камне. Убил его. Так, надо отсюда все собрать. Калаш надо собрать, пока не пропало. Фу, это жесть какая-то. Мы в плюсе по-любому. Так, подожди, а калаш ты подняла? Да. Отлично. Я просто думал, он в текстуру провалился. Шикарно. Пришлось убить его. Те типы, по-моему, где-то в ангарах стрелялись. Да. Понял. У этого типа все. Минус еще один. Вижу, нашел. Он умер. Еще один умер. Замесы прекратились, и я начал подготовку к рейду конфетника. Как вдруг я услышал взрывы прямо возле моего домика. Естественно, я пошел на антирейд. Не, все-таки рейдят этот домик. Я думал другой, но рейдят этот. Плюс сочерка. Hello, who is this? Trying to counter me? Cheese. Cheesy. What? Yeah, no need to try. Coming back. Good luck. Thank you for watching. Но сочелька мне нужна, чтобы рейдить домики. Чтобы не две ракеты тратить на одну дверь, а сочели ракетку. Я отправился фармить серу, ведь чтобы зарейдить его домик, мне нужно было очень сильно постараться. И нафармить очень много серы. Я наведался к этому конфетнику, дабы узнать, в онлайне он или нет. И посмотреть, обустроил ли он свой дом еще больше. Hey, Joe. No. He's back. Come back if you're loaded, then I'll shoot you in the face. You can't. Мне кажется, проще, если рейдить, то рейдить заднюю стенку сразу. Ну все, расхититель моих конфеток. Я иду к тебе. Ты забрал у меня конфеты, а я иду забирать твою хату. И надеюсь, у меня это получится сделать. По крайней мере, у меня есть немножко ракет. На все хватило, отлично. Ящички. Ой-ой-ой, сколько у тебя было конфет. Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, у меня получится. Хотя не факт. Хватило. Жесть, тут просто ничего нет. Неужели? Эврика. Да, сколько же тут было лута. Просто...
Как же тут много было лута. Ну, я могу теперь везде пройти. Прекрасный дом. В итоге с этого дома я получил ровно ничего. Пока я рейдил дом кондитера, тот паренек с очельками продолжал рейдить дом на болотах. И я пришел посмотреть, получилось ли у него дорейдить эту базу. Да уж. Это какой-то... Это опять этот чертов бункер. Hello. Hello. Come here. Oh, I've been raiding this base for so long. No, 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 no. Come here. Ah, so I need to avoid the counter. This base fucking bunker. Oh my god. Yeah. Oh, I see. I can take it, jackhammer, and destroy this. Destroy this foundation and this easy raid. Yeah, because it's this armored foundation at the door, okay, I see, Как вы, наверное, уже догадались, я решил помочь этому пареньку дорейдить этот чертов бункер. И принес сюда свои 10 бурчиков. Ебой! Изи, 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 I have one rocket. I have one rocket, wait. Okay. Yes, I need 2 satchels. Okay, bring the satchels? Yeah, Okay. Tired at the same time. What? It's so long! Yeah. Oh, bro! Check. What do we have here? Oh, loot room, my friends. Okay. Oh, okay. Guys, check. Oh my god, man. Oh my god! Oh my god! Oh my god! What is so loaded? That's what I thought. They grinded all night and all day. Oh my god, they wanted to raid me, you know? They wanted to kill me. No. Oh. You saved me. You saved me. Oh my god. That's why I wanted to kill them so badly. I was their target. They worked so much to mass all this. Oh my god. GG. Oh. GG. Wow. Oh my. Okay, nice. Nice stuff. Nice. For all this, my friend. Very good stuff. Like a miracle. Yeah, the best stuff! It's like one of my best friend. Matter of sulfur and gunpowder. It's crazy. Yeah, okay. I go home. Good luck. Thank you for it. So much stuff. Oh, good luck. Wow. Thanks to you guys. Thanks to you 1,000 times, guys. Really? See you later. You're so happy. I like this. Oh my god. Good luck! GG, thank you! Good luck to you too! Блин, как же это круто! Просто пришли, помогли дорейдить этот чертов бункер на 16 ракет. На 20 ракет он еще оставался. Мы помогли ему это сделать. И мне кажется, это победа. Потому что... Парень нереально доволен. Ну, я тоже доволен, в принципе. Вот так и заканчивается этот вайб для меня. Я помог дорейдить базу тому пареньку и отдал ему все, что было в том доме. Вдобавок подарил ракету и базуку.
Если вам понравилась данная история, не забывайте прожимать лайк, ведь ваш актив — это моя мотивация. А также не забывайте вступать в группу ВК, участвовать в розыгрыше, добавляться в друзья и так далее и тому подобное. Всем спасибо за просмотр, всем пока!